Получаю от читателей сообщения, а что случилось с тем, а куда делась та? Я понимаю, не у всех есть возможность заходить сюда каждый день, но новости хотят знать все, поэтому я ввожу новую рубрику «Новости недели». Началась неделя с загула леди. Леди странно вошла в охоту, поведением вошла, а вот половыми органами нет. Решили покрыть ее повторно. Врачи приехали и все как надо затолкали. Тем же вечером отличилась Василиса. Она стащила перчатку, ту самую, которую осеменили несколькими часами ранее леди, и сожрала ее. Поэтому, схватив лису, мы отправились на рентген, где с ним показал, что да, перчатка в кишке есть. Выписал масло вазелиновое в рот и в ректально. И если вдруг ей станет плохо, ехать в больницу. А под конец недели снова отличилась леди. Она сломала рог. Вы представляете вообще? Кровища хлещет, рог висит, корова стонет. Врача вызвали, рог отрезали, а бейсбол и кровоостанавливающие вкололи. Теперь наша леди единорог. Зато в этот же день у Василисы вышла часть перчатки. Ура! Все прошло более-менее хорошо, но у меня появилось пару седых волос.